Thank you.
Сутра падайшчайва, Брахма сутра падайшчайва, Хету ман пхир виниш читай, Хету ман пхир виниш читай. Ведическими гимнами. Ведитхай.
Притха. Притха. По-разному. По-разному. Брахма сутра. Брахма сутра. Веданты. Веданты. Падай. Падай. Афоризмами. Афоризмами. Ча. Ча. Также. Также. Эва. Эва. Безусловно. Безусловно. Хетуманхи. Хетуманхи. Причин и следствий. Причин и следствий. Винишчита. Винишчита. Определены. Определены. Перевод. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, об этом рассказывается в Веданта Сутре. Комментарий. Верховная Личность Бога, Кришна, является высшим авторитетом в этой науке. Однако мудрецы и признанные авторитеты, естественно, всегда ссылаются на авторитетных предшественников. Вопрос о тождестве и различии души и сверхдуши, вызывающий так много споров, Кришна освещает, ссылаясь на Веданту, которая является признанным священным писанием. Он начинает стих, говоря, по словам многих мудрецов. Что касается великих мудрецов, то помимо самого Господа, к их числу относятся Вьясадева, автор Веданта Сутры, в которой дано безукоризненное объяснение разницы между душой и сверхдушой. Отец Вьясадевы, Парашара, тоже является великим мудрецом. Он пишет в своих религиозных трудах «Ахам клам чар пахтанье». Все мы, ты, я и другие живые существа, хотя и заключены в материальных телах, духовны по природе. Сейчас мы попали под влияние трех материальной природы в соответствии со своей кармой. Поэтому одни живые существа принадлежат высшим, а другие – низшим формам жизни. А можете там зумы включить внимание? Причины существования высших и низших форм жизни, проявленных в бесконечном многообразии живых существ, является невежество. Однако оскверняющее влияние трех мун природы не распространяется на сверхдушу, которая непогрешима и трансцендентна. Аналогичным образом в изначальных ведах и прежде всего в Кратхе Упанишад также проводится разграничение между душой, сверхдушой и материальным телом. Об этом говорили многие великие мудрецы, среди которых самым авторитетным считается Парашара. Слово «чандубхи» относится к разным ведическим писаниям. Так о природе, живом существе и верховной личности Бога рассказывается в Тайтире Упанишад, являющейся частью Яджурведы. Как уже было сказано, кшетра – это поле деятельности, а две категории кшетра-дхи – это индивидуальное живое существо и верховное живое существо. В Тайтире Упанишад сказано «брахма пучхам пратиштха». Энергия Верховного Господа проявляется сначала как анна-майя, зависимость живого существа от пищи. Это сугубо материалистическая концепция Всевышнего. Далее следует прана-майя. Осознав высшую абсолютную истину как пищу, живое существо затем постигает ее в признаках жизни, то есть в разных ее проявлениях. На уровне гьяна-майи живое существо не только осознает различные проявления жизни, но и начинает мыслить, чувствовать и желать. Затем оно постигает брахман, вигьяна-майю, то есть перестает отождествлять себя с умом и признаками жизни в теле. Следующей высшей ступенью самопознания является ананда-майя, осознание живым существом, исполненное блаженство природы брахмана. Итак, существует 5 ступеней постижения брахмана, называемых брахма-пучхам. Из них первые 3 – анна-майя, прана-майя и гьяна-майя относятся к полю деятельности живых существ. Верховный же Господь, которого называют Ананда-майя, трансцендентен ко всем полям деятельности. Веданта-сутра также описывает Всевышнего словами Ананда-майя Вьясад. Бог, Верховная Личность, по природе исполнен блаженством. Чтобы изведать трансцендентное блаженство, он проявляет свою энергию как Вигьяна-майя, Прана-майя, Гьяна-майя и Анна-майя. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но ананда-майя отлично от живого существа. Это означает, что если живое существо захочет наслаждаться, соединив свои желания с желаниями ананда-майя,
совершать сна. Таково истинное положение Верховного Господа, которому известны все поля деятельности, живого существа, знающего свое поле и подвластного Господу, и природы, представляющей собой поле деятельности. Все эти истины можно найти в Веданта-сутре, которую еще называют Брахма-сутре. Здесь сказано, что Брахма-сутра представляет собой логически стройную систему афоризмов, связанных по принципу причины и следствия. Например, «Навиятма-шруте», «Надма-шруте» и «Парат-тута-шруте». В первом афоризме говорится о поле деятельности, во втором – о живом существе, а в третьем – о Верховном Господе, сумму в бону среди всего многообразия проявленных существ. Ом гьяна джамарандасья гьянам джана шаларакая чакшурам милитам гьяна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам гьяна бутаре свайам рупакатамайам дадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камала Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Сакрачатам Сахагана Рагнатан Витам Там Сачейам Садвайтам Савадутам Парчана Садвам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахана Лалита Шри Вишакха Нитамсча Хе Кришна Парана Синдо Дина Банду Чагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Такта Канчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupata Rupyascha Kripa Srindu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Васади Горбата Винда Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, 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 Харе Харе So Lord Krishna is explaining to us this conflict between impersonalism and personalism. Господь Кришна объясняет нам суть конфликта между имперсонализмом и персонализмом. In the previous verse, the subject matter was introduced that there's always a conflict whether or not the soul is one with the super soul. В прошлом стихе как раз было введение в эту тему, что всегда существует конфликт понимания разницы между душой и сверхдушой. The impersonalists, they claim that the soul and the super soul are one and the same. Имперсоналисты всегда утверждают, что душа и сверхдуша есть одно. So they're often referred to as monads. Monads meaning one, they simply think of oneness. Поэтому их философию часто называют философией монизма, потому что они всегда ссылаются на то, что все суть одно. But the devotees, we follow that there's a distinction between the soul and the super soul. Но как преданные мы признаем двойственность и утверждаем, что есть различие между душой и сверхдушой. So that is dualism. И это называется философия дуализма, двойственности. Madhvacharya, who was the prominent acharya in our line of disciplic succession,
he would always show like this, two, that there's two, there's the soul and there's the super soul, and there's the eternal distinction between the two. Мадхавачарья, основополагающий ачарья в нашей цепи ученической преемственности, также всегда делал акцент на том, что существует три истины – это душа и сверхдуша, и между ними огромное различие. But the followers of Shankaracharya, they're monists, they're generally impersonalists, and they speak only about the oneness. Но последователи Шанкарачарьи являются имперсоналистами или монистами и утверждают, что душа и сверхдуша суть одно. And even if you will greet a Mayavadi, an impersonalist sannyasi from the line of Shankaracharya, generally the way they will be addressed is we will say to them, Namo Narayan. I offer my obeisances to you, who are Narayan. И обычай приветствовать друг друга у имперсоналистов, саньяси, таков, что они друг другу говорят «Намо Нараяна», я приношу поклоны тебе, а ты являешься Господом Нараяном. So for the impersonalists, their goal is to achieve this liberation, and that liberation means becoming one with the Supreme, who is non-different from Lord Narayan. И своей целью персоналисты ставят достичь освобождения, то есть слияние с Всевышним, который является Господом Нараяном. So Lord Sri Krishna is responding to this this conflict. Responding to this discussion, who's right? Is it one or is it two? И Господь Кришна здесь дает ответ этому конфликту. Так все же это одно, и вот эта истина одно или делится на две? So whenever there is a philosophical discussion, then the different evidences have to be presented. И когда идет какое-то философское обсуждение, то каждая из сторон должна привести определенные доказательства. And there are three authorities. We say sadhu, shastra, and guru. И для нас существует три авторитета: садху, гуру и шастра. So in this verse, Lord Krishna has quoted, he's covered all three. И в этом стихе Господь Кришна упоминает все три авторитета. He talks about the great sages. Он говорит о великих мудрецах. They're the sadhus. Садху. And he talks also about Brahma Sutra. Brahma Sutra is also Vedanta Sutra. And it's Shastra. It's compiled by Śrīla Vyāsadeva. И также он упоминает здесь Веданта Сутру или Брахма Сутру. И это шастра, составленная Шрила Вьясадевой. Шрила Вьясадева, he, of course, has done great service on behalf of the Lord by having the Vedas all written down, and then he has also given a supplement to the Vedas in the form of the Puranas. Шрила Вьясадева сделал огромное служение от имени Господа, записав все веды и также составив дополнение к ним в виде Пуран. And then he compiled also this Vedanta Sutra, which is a treatise based on Nyaya, or the teaching of logic. И также он составил Vedanta Sutra, которая основывается на Нияе или логике. Now the Mayavadi philosophers, meaning Shankaracharyas, the line coming through Shankaracharya, they give great importance to the Vedanta Sutra, and they will study the Vedanta Sutra. Философы Майявади, имеется в виду последователи Шанкарачарьи, придают огромное значение Веданта Сутре и изучают ее. In fact,
500 years ago, Lord Chaitanya went to Varanasi, or sometimes called Benares, and Lord Chaitanya Mahaprabhu was doing Sankirtan. He was chanting the holy name and dancing in the streets of Varanasi. 500 лет назад Господь Чайтанья отправился в Варанаси или по-другому Бенарес, и там он проводил санкиртану, пил и танцевал на улицах. And the Mayavadi sannyasis, they're very fond of staying in Varanasi. It's a place of Mayavadi. There's a lot of followers of Shankaracharya there, as well as Buddhists. You'll find these two kinds of people in prominence there in Varanasi. The Mayavadi from Shankaracharya and the Buddhists. Люди, населяющие Варанаси, это в подавляющем большинстве либо Майявади Саньяси, а последователи Шанкарачари, либо буддисты. It's not really a place for the Vaishnavas, because there's no real pastime of Krishna there. It's more for devotees of Shiva. И это не очень подходящее место для вайшнавов, потому что там не происходило никаких игр Господа, и оно больше подходит для последователей Шивы. But Lord Chaitanya went there. It was convenient. On his way to Vrindavan, he came through Varanasi, and he had arranged for two of his devotees, two of his followers, to be there. И Господь Чайтанья все же зашел в Варанаси по пути во Вриндаван, так как это было удобно. И также к нему там присоединились двое преданных его последователей. Tapana Mishra had come there. Lord Chaitanya had met Tapana Mishra earlier in Bangladesh, and he told Tapana Mishra that you should go to Varanasi and I will meet you there. Первым из них был Тапана Мишра, которого Господь Чайтанья за какое-то время до этого встретил в Бангладеше, и он сказал ему: отправляйся в Варанаси, и там мы с тобой встретимся. And then Chandrasekhar Acharya was also there. Chandrasekhar Acharya had come from Navadvipa. И также там присутствовал Чандрашекхара Ачарья, который пришел из Навадвипа. So they were both followers and intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya was with them. And Sanatana Goswami also came there when Sanatana Goswami renounced his work for the Nawab Hussein Shah. He came to Varanasi. И они были последователями и близкими спутниками Господа Чайтаньи. И также там присутствовал Санатана Госвами, который пришел в Варанаси после того, как оставил свою работу у Набоба Хусейн Шах. And Lord Chaitanya instructed Sanatana Goswami for I think it was 40 days or even 2 months. Lord Chaitanya instructed him in the science of Bhakti Yoga. И Господь Чайтанья обучал Санатану Госвами науке Бхакти-йоги в течение 14 дней или даже до 2 месяцев. And then he told Sanatan, you go to Vrindavan. Your brother is there, Rupa Goswami is already there. You go there too. I have given this to you. This is your Prabhu Datta Desh. This is the place I've given to you to do your Bhakti-yoga. И после этого он сказал Санатане Госвами, отправляйся во Вриндаван, твой брат Рупа Госвами уже там, и это для вас место, в котором будете практиковать бхакти-йогу. So Lord Chaitanya was staying in Varanasi, and he would go on his own and do sankirtan. He would just sing and dance in the streets. Итак, Господь Чайтанья оказался в Варанаси, и он начал But because he was a Mayavadi, because he had taken sannyas in the line of Shankaracharya, the Mayavadi sannyasis criticized him. Но поскольку он принял саньясу в цепи преемственности, исходящей от Шанкарачарьи, то Майявади саньяси критиковали его. They said he is a sentimentalist. He's just singing and dancing. Они говорили, он просто
какой-то сентименталист, он просто поет и танцует. And people often think we are also sentimentalists when they see us singing and dancing. И про нас люди думают то же самое, видя как мы поем и танцуем, они тоже думают, это просто какие-то сентименталисты. But Lord Chaitanya showed to the Mayavadi sannyasis that he was not a sentimentalist, but he had fully realized the conclusions of all of the scriptures. Но Господь Чайтанья доказал Саньяси Майваде, что он не просто какой-то сентименталист, а он полностью понял все заключения Веды. They were thinking Chaitanya Mahaprabhu, oh, he's just a sentimentalist, he doesn't know any philosophy, he's supposed to study the Vedanta. And that's what the Mayavadi sannyasis do. They spend all their time studying Vedanta Sutra. И они продолжали так критиковать его, что он просто сентименталист, просто поет и танцует, а пора бы ему приняться за ум и изучить Веданту, потому что все сannyasi Mayavadi это и делают, они изучают Веданту. But they study the Vedanta Sutra by speculation, by speculating on the teachings of different philosophers. They don't try to understand the Vedanta based on sadhu, shastra, and guru. Но они изучают Веданту при помощи умственных спекуляций, при помощи обсуждения комментариев других философов, персоналистов. Но они основываются на принципе гуру, садху и шастры. So Lord Chaitanya had a meeting with the Mayavadi sannyasis, and at that time he convinced them, he impressed upon them that he knew all the conclusions of the scriptures and he understood Vedanta. И Господь Чайтанья пришел на встречу с саньяси Майвади, где он убедительно доказал им, что все заключения Веданты открыты ему. So Srila Prabhupada points out is that our devotees in the Krishna consciousness movement must also learn the philosophy and be able to present the teachings of the scriptures. И Шрила Прабхупада указывал на то, что все преданные нашего общества должны изучить философию и быть способными представить наши учения во всех подробностях. While we do take part in chanting and dancing, at the same time, we also study the philosophy. И хотя мы принимаем участие в киртане и танцуем, но в то же время мы изучаем философию. And the highest philosophy is there in this Brahma Sutra or Vedanta Sutra. А высочайшая философия заключается как раз в Веданта Сутре или в другом Брахма Сутре. Veda means knowledge, and Anta means the end. So Vedanta means the end of knowledge. And the end of knowledge is to know Krishna. Veda означает знание, а Anta означает конец. То есть Vedanta означает конечное знание или самое высшее знание. И это знание о Кришне. So we study the Vedanta Sutra through the Srimad Bhagavatam. The Srimad Bhagavatam is considered the authorized commentary on the Vedanta Sutra. Мы же изучаем Веданту через Шримад Бхагаватам, поскольку Шримад Бхагаватам считается авторитетным комментарием Веданта Сутры. Шрила Вьясадева himself had written Vedanta Sutra, and then he also wrote Shrimad Bhagavatam, which is the explanation of the Vedanta Sutra. Шрила Вьясадева лично составил Веданту и затем позже составил Шримад Бхагаватам, который является объяснением Веданта Сутры. So here in this verse, Lord Krishna is quoting that we want to understand what is the soul and the super soul, are they same? Are they the same or are they different? So we have to apply the teachings of sadhu, shastra, and guru. И здесь, в этом стихе, Господь Кришна говорит, что если мы хотим все-таки окончательно понять, существует ли разница между душой и сверхдушой, мы должны опираться на те знания, которые нам дают гуру
So Lord Krishna is quoting here how the great sages, Rishibir, Chandabir, Gitam, Rishibir, the great sages, the rishis, they all say this. And then he says also, it's described also in Brahma Sutra. И поэтому здесь Господь Кришна говорит, что об этом говорят многие мудрецы на санскрите, и также это упоминается в Брахма Сутре. And Guru, who is the Guru? Lord Sri Krishna. И кто здесь подразумевается под Гуру? Это Господь Шри Кришна. He is the original Guru. Он изначальный Гуру. So we have the version of all three authorities here in this one verse. Поэтому здесь, в этом одном стихе, перечисляются все три авторитета. Now, it's important for us to understand the necessity of these three different authorities. И теперь нам нужно понять важность, зачем нам нужны эти три авторитета. If you say, oh, we will just have guru, why will we bother with Shastra and great sages? I will just follow the Guru. Мы можем сказать, зачем мне дополнительно ссылаться на Шастры и Садху великих мудрецов, если у меня есть Гуру, я могу просто следовать своей Гуру. Indeed, some people say, oh, I have blind faith in my Guru, I will do whatever he says. И ведь правда, есть люди, которые говорят, я слепо верую в своего гуру и просто буду делать, что он говорит. That is not very intelligent. Но это не очень разумно. We should not just blindly follow the guru without any checking on shastra and what the teachings of the other great sages say. Мы не должны просто слепо следовать за гуру, не сверяясь с шастрами и учениями других святых. And you cannot just simply follow Shastra and say, no, I don't need Guru, I don't need to hear from the other sages, I will just read the Shastra myself and I will understand the Shastra. Но также вы не можете сказать, что я просто буду читать Шастры, мне не нужен Гуру, мне не нужны никакие мудрецы, я просто буду самостоятельно читать Шастры и сам все пойму. That will also get you into a lot of trouble. Because we don't have the ability to fully understand the scriptures. И это тоже принесет вам множество проблем, потому что у нас нет способности полностью самостоятельно глубоко разобраться в шастрах. We are conditioned souls, and conditioned souls have defects. Мы обусловленные души, а у обусловленной души есть недостатки. We have imperfect senses. У нас несовершенные чувства. We're subject to illusion. Мы подвержены иллюзии. We make mistakes. Мы совершаем ошибки. And we have the tendency to cheat or to be cheated. И у нас есть склонность обманывать и быть обманутыми. These are the four defects of the conditioned souls, and we possess these tendencies. Это четыре недостатка обусловленные души, и они все присущи нам. So we cannot just simply say, I will understand the Shastra, I will study the scriptures on my own. That is not enough. Поэтому мы не можем сказать, что я изучу и пойму все шастры самостоятельно. Нашего самостоятельного изучения недостаточно. We have to hear the scriptures and we have to hear the explanation of the scriptures from the authorized sources. Мы должны слушать как сами Писания, так и объяснение Писания из авторитетных источников. That's why you need, as well as Shastra, there must be also Guru and also great sages. Поэтому в дополнение к Шастрам вам необходим Гуру и великие мудрецы. If you just say, I will just follow the great sages, I don't need Shastra, I don't need Guru, that will also be a problem. Но если вы скажете, я буду следовать за великими мудрецами, но при этом не опираться на Гуру и Шастры, то тогда тоже у вас будет проблема. Because there are many great sages and they have different opinions. Потому что великих мудрецов много, и у них могут быть разные мнения. So you
wisdom run into doubts if we were trying to follow great sages, because there's so many different opinions. Поэтому нас это собьет с толку и вызовет сомнения, если мы просто будем пытаться следовать за великими мудрецами, поскольку у них есть различия во мнении. Some of the great sages are Mayavadis, and some of the great sages are devotees. Not all are devotees. Потому что среди великих мудрецов есть как Майявади, так и преданные. И поэтому мы видим, что они не все преданные. The impersonalists and the personalists have been around for a long time. И имперсоналисты и персоналисты существуют уже очень давно. So Lord Krishna is resolving this conflict by presenting the evidence of the three sources, sadhu, shastra, and guru. И Господь Кришна разрешает этот конфликт, представляя нам три авторитета, это гуру, садху и шастра. And then in the purport, Lord Krishna then goes on to Prabhupada explains how different great sages have all presented their opinion. И в комментарии Шрила Прабхупада упоминает, что великие мудрецы прежде представляли свои мнения на этот счет. Шрила Прабхупада gives quotations from the Vedanta Sutra, how in the Vedanta Sutra they speak about the living entity and the supreme and the material nature. И Шрила Прабхупада здесь ссылается на цитаты из Веданты, где говорится о живом существе, Всевышнем и материальной природе. So the Vedanta Sutra recognizes that there is a supreme and at the same time there are living entities. They're different. И Веданта Сутра также признает, что есть Всевышний Господь и есть живое существо, и между ними есть разница. And then Prabhupada also quotes Parasharamuni, who was the father of Srila Vyasadeva, and how he wrote scriptures, and he also recognized there was a supreme, and there's the living entity and material nature. И также здесь Шрила Прабхупада ссылается на Парашарамуни, который был отцом Вьясадевы, и который также утверждает, что есть Всевышний Господь, есть живое существо, и есть материальная природа. So it's not that everything is one, but there's a difference between things. И это доказывает, что не все едино, что есть разница между различными понятиями. There are living entities, and there is the one supreme living entity. Есть много обычных живых существ, и есть одно верховное живое существо. Now, often, when you enter into a debate on this subject, you have to be careful, because the impersonalists often will not accept all of the scriptures. И если вы вступите в спор по этой теме, вам нужно быть очень внимательным, потому что имперсоналисты признают не все писания. Just like we often quote the Bhagavad Gita, but the Bhagavad Gita is from the Mahabharata, and the Mahabharata is not one of the four Vedas. Как мы, например, в своей проповеди часто ссылаемся на Бхагавад Гиту, но Бхагавад Гита является частью Махабхараты, а Махабхарата не входит в четыре Веды. So if you quote them, if you quote Bhagavad Gita, they will say, no, that's not authoritative. That is another branch of philosophy. It is not Vedas. И если вы начнете им цитировать Бхагавад Гиту, они скажут, нет, это не авторитетно, это просто философское ответвление, не относящееся к Ведам. There are divisions of knowledge that we have. The original Vedas is what is called Shruti, which refers to the hearing process. И Веды делятся по определенному принципу. Изначальные Веды относятся к категории Шрути, то, что было услышано. So the Vedas are like a mother. They tell you everything about the father. Веды — это мать, которая рассказывает вам все о вашем отце. The Vedas are telling us everything about Lord Krishna. Веды рассказывают нам все о Господе Кришне. But there are also Shruti.
Oh, well, Shruti is the original four Vedas, and then there is the Smriti. There's the branch of knowledge which is called Smriti, and that includes Mahabharata and the Puranas, Srimad Bhagavatam, even. They're all Smriti, they're not Shruti. So, Jnanis and the philosophers often will only accept evidence from the Shruti. Итак, есть Шрути, это изначальные четыре веды, но также есть другая категория вед, это Смрити, и к ним относятся Махабхарата, Пураны и Шримад Бхагаватам. И когда вы вступите в спор с персоналистами, они будут признавать только Шрути. And this is why Srila Prabhupada presented for us the Sri Ishopanishad, because the Ishopanishad is coming from the Yajurveda, so it's a Vedic text. И поэтому Шрила Прабхупада дал нам Шри Ишопанишад, поскольку Упанишады относятся к Яджурведе, и это как раз классическое ведическое описание. But the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, they're not Shruti, they're not Vedic texts in the authorized sense. They are from a different branch. Но Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам относятся к Смрити, и они относятся уже к другой категории, нежели вот изначальные четыре веды, которые являются ведами именно в классическом понимании. So you can see in this verse, Lord Krishna refers to Brahma Sutra. Brahma Sutra is the Vedic text. И здесь Господь Кришна ссылается на Брахма Сутру, а Брахма Сутра относится к изначальным ведам. The Mayavadis, they're fond of speculating on the Vedanta Sutra. Майявади очень любят делиться своими измышлениями по Веданта Сутре. But they don't usually touch the Srimad Bhagavatam. Because the Srimad Bhagavatam is so clear in presenting the personal philosophy that it frightens them. Но они не касаются Шримад Бхагаватам, поскольку Шримад Бхагаватам настолько четко и ясно объясняется концепция именно личности Бога, что это их просто пугает. So Lord Krishna is presenting the Vedic evidence here. If we want to have Vedic evidence to support the eternal distinction between the Lord and the living entity, there are very good references in the Vedas. Господь Кришна здесь ссылается на доказательства из Вед, и если вам нужны доказательства различий между душой и сверхдушой, то как раз они находятся в Ведах. Many years ago, His Holiness Sri Dayananda Goswami was invited to attend to make a presentation before a number of Sanskrit professors who were philosophers, and many of them were Jnanis and Mayavadis. Много лет назад Его Святейшество Sri Dayananda Goswami попросили представить нашу философию перед собранием профессоров санскритологов, многие из которых были гьяни. So initially he was speaking from the Bhagavad Gita, and they were not taking his presentation very seriously. Изначально он рассказывал, опираясь на Бхагавад Гиту, и они не воспринимали его презентацию всерьез. But then he began to quote from the Upanishads. When he quoted from Upanishads are all part of the Vedas, and so they were shocked to hear the quotations from the Upanishads. И потом он начал цитировать Упанишады, и так как Упанишады являются частью изначальных вед, их это потрясло, что он цитирует также и Упанишады. There's one in particular which says Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yovidati Kama. Meaning, amongst all eternals, there is one supreme eternal being.
И в особенности один стих, в котором говорится, что из множества вечных живых существ есть одно верховное существо. And amongst all conscious beings, there's one supremely conscious being. И среди всех существ, обладающих сознанием, есть одно верховное. Then Eko Bahuna, that one supreme Lord, is maintaining, providing the needs of all the others. Eko Bahuna обозначает, что один верховный Господь обеспечивает всем необходимым всех остальных живых существ. So it's a very powerful statement from the Vedas, which completely defeats the Mayavadi philosophy. И это очень твердое утверждение из Вед, которое полностью побеждает философию Майявади. The Mayavadis, they cannot argue with this. When you quote that, then they run away. They go and hide. Майявади не могут с этим спорить, если вы приведете это утверждение. То они убегут и от стыда будут прятать свое лицо. So Lord Krishna is stating here the importance of these three authorities: Sadhu, Shastra, Guru. Итак, Господь Кришна здесь утверждает авторитет этих трех элементов: Гуру, Садху и Шастра. All right. Are there any question? Есть ли вопросы? You got the microphone? Спасибо вам большое. По поводу Шрути, Смрити и классификации текстов вопрос. То есть кто решает, что есть Шрути, что есть Смрити, кто как бы определяет их в ту или иную категорию и какова иерархия, скажем так, более весомые тексты к менее весомым текстам? Who decides and defines which Vedas fall into which category of Shruti or Smriti? And is there some hierarchy in Vedas? I mean, there are some more important or less important statements and texts? Well, different acharyas, they will select different statements as being important. Just like Shankaracharya, he selected the statement Sarvam Kauvidam Brahma. He gave some importance to that statement. Разные ачарьи больше внимания уделяют разным утверждениям. Как, например, Шанкарачарья уделял особое внимание утверждению. So it's really up to the different philosophers and acharyas which one they're giving which statements they're giving importance to. The Vaishnavas, we talk about the Paribhasha Sutra, right? The Paribhasha Sutra is one statement in which all the scriptures are based. It's the Krishna's Tu Bhagavan Swayam. This is like Paribhasha Sutra of the Srimad Bhagavatam. Итак, разные ачарьи придают значение разным утверждениям, и мы, как вайшнавы, считаем одним из основных утверждений Paribhasha Sutra, которая говорит Кришна Сту Бхагаван Своем. Это содержится в Шримад Бхагаватам. What Vedas mean by who decides what Vedas should fall into which category, Shruti or Smriti? Well, the Vedas are eternal knowledge, right? Kene Brahma Hridayadi Kavaye Muyan. The Vedic knowledge was imparted into the heart of Brahma by the Supreme Lord. Веды — это вечное знание, и ведическое знание было вложено в сердце Брахмы самим Верховным Господом. So the Vedic knowledge is eternal. А таким образом, ведическое знание вечно. Later on, it was the Vedas, the one Veda was divided into four. Позже одна единая Веда была разделена на четыре. Шрила Вьясадева arranged for that. He divided the one Veda into four
and he gave each of the Vedas to one of four disciples. Шрила Васудева разделила одну веду на четыре, и каждую из этих четырех вед он раздал четырем своим ученикам. So the four the Vedas are there, a Vedic knowledge of four Vedas that according to different divisions, different the Vedas deal the one is the like I'm dealing with ritualistic activities, offering. There's a lot of karma kanda activities described in the Vedas. Есть категория вед, которая в основном посвящена карма канде, различным ритуалам. The Upanishads are also part. They're from the Vedas. The Upanishads, 108 Upanishads are all from the Vedas. Упанишады также являются частью вед. 108 They're not all available, but there was 108 Upanishads. Они не все сейчас доступны, но изначально было 108 Упанишад. Предыдущему вопросу, правильно ли мы поняли, что четыре сампрадая со своей преемственностью, ачарьями, так и не пришли к единому знаменателю по важности вед своей сампрадаи. Но мы знаем, что в Шримад Бхагаватам есть стих, что в одной из любой четырех сампрадай мы приходим к цели. Правильно ли я понимаю? Что четверо сампрадай со своей преемственностью, с ачарьями, так и не пришли к единому знаменателю по важности и весомости Шрути и Смрити. Но в Шримад Бхагаватам есть стих, где сказано, что в любой из четырех сампрадай мы переходим к одной и той же цели. Goswami quotes a Vedic statement. He says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vigindinam Aikantiki Hare Bhaktir Urpatayaiva Kaupate. That devotional service should be rendered according to the Shruti, the Smriti, the Puranas, and the Itihasas. And if it's not according to these scriptures, then it's just a disturbance to society. Рупа Госвами приводит такое утверждение, что преданное служение должно выполняться в соответствии с Шрути, Смрити, Пуранами и Итихасами. И если это не так, то это всего лишь беспокойство для общества. But if you discuss with Vedantists, people who Vedantists or Gyanis, they will only go with the Shruti. They're only going to accept the original four Vedas. Но если вы начнете спорить с ведантистами, гьяни, они будут ссылаться только на шрути изначальные веды. Any philosophical discussion among them has to be based on the Vedas. So sometimes you can read Prabhupada's purport, and Prabhupada will say, there is a Vedic statement, and he will quote from a Upanishad. Любое философское обсуждение должно быть основано на ведах. И мы можем часто видеть, что в комментариях Шрила Прабхупада говорит,
есть такое ведическое утверждение, и далее ссылается на Упанишады. So it's not just simply accepting the four Vedas, but we also have Vedic. We can also use Vedic the Vedas, but we have other statements, other scriptures also. We have this Smriti. Поэтому мы должны основываться не только на четырех ведах, а поскольку есть разные категории вед, в том числе и Смрити. And it said that in the Kali Yuga, the Smriti is more important than the original Vedas. И говорится, что в Кали Югу Смрити более важно, нежели изначальные Веды. It's the supplements of the Vedas, the Puranic statements, which help us to understand the real Vedic knowledge. Пураны — это объяснение изначальных Вед, и они помогают нам понять смысл изначальных Вед, будучи их дополнением. And this is also mentioned in the Brahma Samhita. Lord Brahma prays, Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto. That it's very difficult to know the absolute truth by the Vedas, but it's very easy to know from the devotees. И это также утверждается в Брахма Самхите, где Господь Брахма говорит, что очень сложно постичь абсолютную истину при помощи Вед, но это легко сделать при помощи преданных. This lady had a question. Ladini, right? Hare Krishna, Guru Maharaj, спасибо большое за лекцию. Хотел такой вопрос задать. Вот душа активна по природе, а как эта активность проявляется, когда мы читаем? Казалось бы, мы читаем, как вот раскрывается активная природа души во время чтения, изучения писания. But how does this activity manifest when we are reading? Because reading is some kind of very this activity manifests in the process of reading. What do you say? How does the active nature of a soul manifest in the process of reading books? In the process of reading. Reading. Yes. How is the soul? Well, what is the soul doing? The soul is a living force in the body. Что вообще делает душа? Душа — это жизненная сила внутри тела. Without the soul, the body is dead body. Без присутствия души тело мертво. So what is the soul doing? It is providing the energy for all the functions, for all the senses and the different organs to function. Так что же делает душа? Душа обеспечивает энергией наше тело таким образом, что у нас функционируют все органы и чувства. Just like we have connections to the power station, the electricity supply is coming from the power station. So the soul is like the power station in the body. It's giving the life to everything in the body. Как электричество поступает к нам с электростанции, так и душа является электростанцией для нашего тела, с которой поступает энергия для всех функций нашего тела. How is it active? Well, we have to understand the spiritual nature, that it's not material, it's spiritual, it's not of this, it's not like we understand things in the material world. It's of a different nature, it's spiritual. И как душа проявляет свою активность, мы прежде всего должны понять, что душа духовна по природе, и
она отличается от всего, что мы видели и знаем в материальном мире. So it's not like you know, you have a generator, and the generator is going to produce electricity. It's not like that. It's entirely a spiritual affair. Это не то, что какой-то генератор, который просто производит для вас электричество. Это полностью, абсолютно духовная частица. But that spark of light coming from the soul it activates all the different organs and senses within the body. Эта искра жизни, которая происходит из души, активирует все процессы в нашем теле. So when we're reading, it's not just the activity of the eyes, and it's not just the mind, but the soul is playing the major part. И когда мы читаем, это не просто деятельность наших глаз или ума. Душа играет в этом главенствующую роль. We are thinking, I'm seeing, I'm reading with my eyes. The eyes, they can't see anything without the soul. Мы думаем, что я читаю или вижу своими глазами, но глаза сами по себе, без присутствия души, ничего не могут видеть. The dead body, the eyes are still there, but they can't see anything. У покойника глаза тоже на месте, но ничего не видят. It's the soul which gives the power for the eyes to see, and it's the soul which gives the mind the ability to read. Именно душа дает нашим глазам способность видеть, и также она дает нашему уму способность понимать. So in this way we understand the soul, it's an active principle in the body. Вот так мы и понимаем душу, что именно она ответственна за активности, происходящие в теле. No. Yes, Махарадж. Вы, Господа Чайтанья, Вайшнавы, они постигали Господа через смрити. И все? Chaitanya's time, there were Vaishnava Acharyas like Sridhar Swami. До Господа Чайтаньи существовали такие Вайшнава Ачарьи, как Шридхара Свами. Jayadeva Goswami was a great devotee. He was before Chaitanya Mahaprabhu. Jayadeva Goswami также был великим Вайшнавом, и он жил до Господа Чайтаньи. Jayadeva Goswami wrote the Gita Govinda, beautiful poems about Krishna. Jayadeva Goswami написал Гита Говинду, прекрасное произведение о Господе Кришне. There were also in South India, there were the Alwars long before Chaitanya Mahaprabhu. Также в Южной Индии были Альвары задолго до Господа Чайтаньи Махапрабху. There were Alwars like Maharaj Kulashekar. And Maharaj Kulashekar, he was the one who said, Krishna Twadiya Pada Pankaja Panjaranto. He said, let me die now while I can still chant the name of Krishna. Например, Махараджа Кулашекхара, который произнес известные слова, пусть я умру сейчас, пока я помню о лотосных стопах Господа Кришны. Because if I have to wait for my death to come naturally, my throat will be choked up with mucus and I won't be able to chant. Потому что если я буду ждать, пока смерть придет ко мне естественным путем, тогда мое горло будет наполнено слизью, и я не смогу уже вымолвить имя Господа. So these were all long before Chaitanya Mahaprabhu. И
это было задолго до Господа Чайтаньи Махапрабху. But it was Chaitanya Mahaprabhu who brought out this message, because it had been somewhat hidden and lost, but it was Chaitanya Mahaprabhu who brought it out and gave it to the world. Но именно Господь Чайтанья распространил и сделал доступным это послание, поскольку до него оно было скрыто, и именно Он явил его миру. He gave everyone the Hare Krishna mantra to chant. Он дал всем Хари Кришну мантру. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.